Здравствуйте! С вами снова я, Владислав Наумов. На втором уроке я покажу вам серию упражнений, направленных на развитие силовой выносливости. Итак, приступим. Первое упражнение. Тяги на спину, обнимая себя руками. Упражнение направлено на развитие мышц рук и верхней части спины. Упражнение выполняется плавно, без рывков. Спину держите прямо. При выполнении этого упражнения держите лямки в натяжении. Делайте 4-5 подходов по 20 повторений. С паузой отдыха 30 секунд. Второе упражнение. Стоя на одной ноге, наклоны с последующим выпрямлением и подъемом гири вверх. Упражнение направлено на развитие мышц рук и ягодиц. Выполняем 5 подходов на каждую ногу по 20 повторений с паузой отдыха 30 секунд. Третье упражнение. Приседания и жимы с гирями в ТРХ. Спину держите прямо, не прогибайтесь. Упражнение выполняется плавно, без рывков. Во время выполнения упражнения старайтесь не отрывать пятки. Выполняем 5 подходов по 20 повторений с паузой отдыха 30 секунд. Четвертое упражнение. Подъемы рук с гантелями через стороны в ТРХ. Упражнение отлично прорабатывает мышцы дель. Во время выполнения упражнения руки поднимаем чуть выше горизонтали. Выполняем упражнение медленно. Лямки ТРХ должны быть постоянно натянуты. Выполняем 5 подходов по 15 повторений. Пауза отдыха 30 секунд. Пятое упражнение. Из положения боковой планки на локте, подвороты под себя. Прекрасное упражнение для развития координации и баланса. Хорошо развивает мышцы пресса и корпуса. Выполняйте упражнение плавно, не раскачиваясь. Сохраняйте баланс и плавность движения. Выполняем 5 подходов на каждую сторону. Всего по 20 повторений. Пауза отдыха 30 секунд. Шестое упражнение. Положение виса на одной руке, поочередное скручивание перед собой. Тело держите прямо. Упражнение хорошо укрепляет мышцы рук и дельт. Опускайтесь на локти плавно, дабы избежать травм. Выполняем 5 подходов по 20 повторений на каждую руку. Пауза отдыха 30 секунд. На этом наш урок закончен. С вами был Владислав Наумов. Увидимся на заключительном занятии.